Правительство страны выделило еще почти 19 миллиардов рублей на детские выплаты. Такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Деньги уже направили в Министерство труда. Средства получат не менее 718 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет. Это семьи, средний душевой доход которых меньше одного прожиточного минимума. Минтруд должен не позднее 30 дней заключить соглашение с регионами о предоставлении субсидий.